Дальше нельзя. Лейтенант не велел. Нельзя. Прошу очень. Фашисты близко. Немцы? Нет. Километра три. Вон за тем бугром. А тут еще ничейная земля. Странное название. Ничейная земля. Какая же она ничейная? Это наша земля. Тут наши ребята еще до войны служили. Они тут каждый кустик знают, далеко-далеко. А вы? Нет, я мало. Правда, я ходил с ребятами в гости к немцам. Ну и как вас? Угощали? Всяко. А один немецкий офицер мне даже часы подарил. Удивительно. Что удивительно? Судьба человеческая. И наша с вами тоже. Удивляться нечему. Ночью мы работаем, а днем звезд нет. А вы звездочет? Не знаю. Очень люблю звезды. У нас мураки все любят. Мураке, как красиво, что это? А это так в Киргизии называется мой аил. Мураке. Моя деревня. Ивенакарт Павасари. Тувел от Йоси Драси. Точоманяс Павасари. Шайжеме. Не оборазы. Это по-литовски. И однажды весна, ты снова прискачешь на красивом коне. Но меня весна, ты уже не увидишь на земле. Грустная песня. Все хорошие песни немного грустные. Ничего. Все будет хорошо.